Мы должны идти именно снизу или мы можем идти сверху тоже? Я сверху иду. Гарнизон оставить. Самое главное, заготовьте припасы в триггере. Или вам скинуть куда-то. Надо в триггер припасы на гарнизон. 30 секунд. Развалили машинку. Ну, давай. Развалили с экипажа машинку, да. Все, мин. Молодцы. Молодцы. Даю разведку. Смотрите, сейчас будет видно. Егеря, смотрите, на юге уже пехота появилась. Смотрите, аванпост горит возле триггера. Айтем. Ага, аванпост горит. Все, гарнизоны ставьте. Центр подходов. Пехота, один человек. Я просто здесь с врагом прям в упоре сижу. У меня плоти здесь пех. Можешь мне сейчас... Штурм поставь, Гарик, тогда за бункером, как попадут в класс. Хорошо, пехота в полетели. Вот там две пушки работают. На юге слишком близко гарнизон поставили, конечно. Ну, ладно. Артука, один минут. В общем, ставьте гарнизон не в триггере, а перед триггером. Для этого нужно противника отбить. Услышали, егеря? Да, слышали, но тут, блядь, со всех сторон. Подожди сейчас, пока... Можешь каску скинуть сюда? Убил его машиной. Ну, я уже убил, похуй. Арту погаси. Пазик минус. Пазик минус. Если бы ты сидел примерно в этих двух дотах, мешает, было бы хорошо. Мешает, штука перед триггером, мешает старый. Надо старый снять.
Я говорю перед триггером в сторону противника. Если бы ты прошел вот там вперед, я бы прилетел в лифт. Это наш шартов тут дот идет. Не, нихуя не наш. Пионеры, вы на хил 400 держитесь? Хорошо, или да. У вас там ничего нет? Пока держимся. Ну все чисто, я перед точкой. Так, внимание, к вам едет машина. Ставлю метку. Саплайка уехала. Среднего его забрали с очелью. Пулемет смотрит на антенну. Средний танк уничтожен. Берите 740. На центре берите. Да. Меня тут прижали. А, точка спаливается. Пришли снайперы за Артой. Вот машина на центральную. Какую? Любую, мы заградим эту. Вот он. Не могу, танк стоит. Принял, сейчас уберут его. Блять, здесь очень хуёво его видно для меня. Дай каску в этот дот. Нет, это другое. Попробуй сейчас кинуть. Ну, мне было бы очень хорошо. Бейкер каска. Если ты подошел к ней, выкурил из этого. Говно. Командир. Да. Сбросить его. У нас тут, блядь, пума приехал. Слушай, они тарелки забирают. Может, Шерман? Нахрен надо, я в Атьер поеду. Пума пошла на центральную, куда? На разведку. На туда же, где Стюарт появляется. Просесть его. Наверх. Пума... Я вам сказал, что она туда поехала, да. Блицы, разворачивайтесь в тылу. Хорошо, что у меня тут пионеры под боком сидят. Можно их поклянчить, если что. Блицы, есть одно отделение смотри, мое. Смотри, гарнизон можете... горит. Гарнизон горит. Можете не... запрыгать. Крейхаунд на центре. Едем его уничтожить. Едем уничтожать. Дот чист. Точно метку дайте, где она сейчас. Наш Q. Сейчас. Триггер теряем. В триггере никого нет. Идем, идем. Точно метка. На дороге главы. Пума на респе. Пума на респе. В нейтральном ярте. Едет за вами. Артиллерия Банда. Работает по триггеру. Еще мину поставьте. Базер, уничтожай пуму и едь на арту. Я понял. Где пума-то? На респе была по центру. Где арта? В принципе, в лобу вообще, по-моему, никого нет. А, юг триггера пехоты. С ними столкнулись и не... завязали бой. Не можем идти. Если есть какие-то каски актуальные, продублируют, то никого нет. На юге бой. Угу.
Сражайтесь, нормально все. Гарик снимают внизу. Бля, туда смотрю, но он стопом, но не вижу никого. Сняли гарнизон. На север снимай тоже. Шатал 170 через 200, точно сделать. Арту блокирует на респе у нас. Нужны припасы. Это легкая техника, джекпом прошла. По дороге пума едет. А по дороге едет танк, не наш, легкий. То ли пума, то ли, бля, не знаю, ну короче, легкий танк. Пометим сообщи. Блицы, что в атаке? Метрохова, легкий танк. Временно пока выбили, пытаемся южнее триггера зайти. Понял. Вам нужно тупо зайти в триггер. Все. Убирайте тотку, ворон, ой, убери метку. Заходит на точку. Штурман, я в этом штурм. Я в триггере там в хиле. Восстанавливаю Гарик, а ты на севере тогда. О, гарнизон, я вам поспотараюсь. Танк под триггером. Морг точная? Извини. Да. Танк сдает назад. Извини меня, но хил со снайперкой не особо отвоюешь. Нас очень сильно с юга вытесняет со стороны железки. Метка Бейкер луч. Тенеры, не отдавайте хил. Как скажи, что мы хил потеряли. Танкист. Лучше не скажем. Снимай метку. Сейчас сверху полез. Правда. Я здесь со снайперкой хил, блять, воевать не могу. Пума по Эйбл катается. У нас нет гарнизонов возле триггера вообще. Ставьте гарнизоны. Сейчас организуем. Заняли бункер на хиле. Бункер на хиле заняли. Возможно, гарнизон поставили. Смотрите разведку. Арта по триггеру бьет. Не зайти. Я тебе говорю, скажи нашим, чтобы атаковали хил. Блять, меня выбили. Да все, хорошо. Меня выбили. Восемь человек не стрелял. Ладно, блицы, пока что без атаки, восстанавливайте юг. Плохо у нас оборона пока что стоит. Вигрит. Ты что-то ей пух. Убил. Артиллеристы. Нет. Меня слышат, да? Вряд ли. Ты можешь цену услышать. Вам не дают работать? Периодично. Блять, я вот так охуенно вкус поставил, вообще не понял, что это было. Отправьтесь, пожалуйста, снизу качалки восстановить. Принял.
Ну, он прям на меня шел. Может, так на севере. Это твой. У противника в обороне почти никого нет. Надо хоть какую-то атаку начинать формировать. Нет. Хотя бы единичками. Отправляйте единичку офицера противника. Хорошо. Ну, это в первую очередь, я говорю, пионерам и блицам. Игоря, к вам с тылу заходит. Это в лоб продавили. Ага. Аванпосты снова. Гарнизон. Снял. Прикрывайте последний гарнизон на Д-линии. Хорошо. От лоба гарнизон снимаю. Е-7. Вы все гарнизон теряете. Арта заглушена. Спасибо, Базиль. Пехотинец вот там не глушит. Блин, кажется, у них там респа есть, потому что он как-то... Ну, все, наш... что его сочили, забрали. Да. Как-то он там оружие... Нам на среднюю садиться. Снял? Вы потеряли танк? Нас сначала забрали. Да-да-да. Бля, меня убили. На центре берите. Снизу убили. Там, где ты пинговал чего-то. Он прям на моем крыше. Парни, поосторожнее с танками. Потому что... Гарнизон горит, который... Я не знаю, сколько их еще не будет. Слишком много пошевелится. На востоке гарнизон. Танк выбили. Надо наоборот очень запустить гарнизон в Питере и бери. Восстанавливаем. Это лишь чтобы их переебали. Низу, возможно. Парни, теряем триггер. Причем, который отпинговал, если он не убил, это будет офицер. На долине восстановили гарнизон. Бил тут об... Фокус, как у вас на юге? Сейчас тихо переместились силы противника, видимо. Продвигаемся вперед. По нашему триггеру опять арта работает усиленно. Да, я знаю. Можно. Да, можно предположить, что. Смотрите разведку. Да, они прям в триггере. В триггере еще людей много. Восстанавливайте, Гарри. На месте, да. На метке каски. Чел там лежит. Ждем отката. На своем трупе где-то. Скорее всего, снайпер. Если вам куда-то нужны припасы, запрашивайте. Ну, кинь на триггер, пожалуйста, на оборону. Да. Понял, в следующий раз скину. Алекс, я там на тебя скинул рядом. Поставишь гранит?
Вы пометил, да, мы тут? Возвышенность. Откуда противник идет на точку? Типа с двух сторон. Лоб! Бывает. Лоб, север! Он все время на эту горку смотрит. Мы уничтожим. Фокус, вы можете на север подняться? Помочь возле триггера? Я вижу гарнизон. А, минируйте. Больше просто вот. Минируйте восточный склон на поворотах. Минируйте дорогу, минируйте, ребят. Точка падает. Осторожно, даю бомбежку по точке. Я жду тебя. Добро. Атака, я напоминаю, ваша главная задача зайти в триггер. Вытесняет из триггера. Да, на нем есть один. Убил его. А, нет, он... Ладно, я иду. Что с точкой? Мы его держим, нет? Видимо, нет. Пытаемся. Его. Нас бреют слово. Танк свыше. Справа. Пантера где? Принял. Тигр отъехал. Надавит обмену. За... Не удержим уже. Понятно. Кирхвик сейчас будет тоже падать. Наверное. Иди тише там. Если ты снайпер, может, уже. Пометки вызова артиллерии. Останавливайте точку. Быстро, быстро разворачивайтесь на Кирхвик. Геря, переразворачивайтесь. Ну ладно, егеря могут не переразворачиваться. В принципе, у вас хорошая позиция. Поздно. Всем составам не надо просто. Пытаемся точку обратно отбить. Я вижу. Я так. Точку обратно отбираем. Молодцы, давайте, давайте. Пометки Фокс Пантера. И пометь гранит. Примерно. Давайте отбивайте. На подъезде точка. Нас забрали. Спот здесь полное говно, но я пытаюсь. Ну, пиш. Там на пиш, точке соберитесь. Есть припасы 50. Еще 50 кинуть, можно гарнизон ставить. Ну, горе-нибудь. Последний танк вам на центре поставил. Там пехоты много, блядь, смотри, Фред. Ну да, там, где я пришел, примерно. У нас там на подъезде точка просто. Там, где каски, пехота забирают. Подъехать сложно. Вот ты прям, по-моему, гарнизон. Фокс, точная метка на Гарик. Вне поля зрения. Танк по Бейкер. Пробуйте продвигаться вперед. Смотрите разведку. Я же сказал, не точно нет.
не видим. Артиллерия в сторону рожка, движется бома. Это стреляет, блядь, пиксель фиг за ними между деревьями. Артиллеристы, вам пума едет. Я убил того, кто тебя убил. Он лежал дико. Гауптман, вы поставите? Да, поставлю. Бля, у нас наступление проебалось. Кажется. А, по моей метке точно респа есть. Примерно. И пехота дух. Так, артиллеристов там качалки снова снимают на юге. А, это я вам припасы на Очень так мысли. Бейкер, метка на танк. По дороге. Приблизительно. Меня прижали. Гарнизон заблоченный. Они построили там гарнизон, скорее всего, уж припасы. Там где у нас сайт? Меня ожидать врага с той стороны. Хуйбесы просто валяются, блядь, каждым корнем. Метка Бейкер точная на пантеру. Смотреть. Я знаю, что они стреляют, блядь. Метка, запрос арты. Очень много пехоты. Айтем. Подтверждаю. Много пехоты. Чего? Вдох-выдох. Вдох-выдох. Каска док, отделение пехоты в городе в тылу работает. Метка запроса. Принято. Тренер, делайте атаку с хила. Блицы и ДЦР. Атакуйте с гарнизона в D7, южные подходы. Ну, егеря оставьте парочку человек в триггере, возле триггера. А основным танк едет составом к атакуйте к из D6. Танк едет по дороге. По дороге проехал танк, вот он дальше движется. Да, арта прям по пехоте бьешь. Смотри, сейчас еще будут прилеты. Не-не, это по вражеской, все нормально. А, мне тоже. Сейчас скоро будет отбой, нас скроют. Артиллеристы, вы ушли с позиции? Нас выбили. А вы можете качалки на центре поставить? Я там припасы скинул.
их сняли. С примерной метки айтем заходят. Ты перенес авик в сторону хила, может быть. Потому что снизу вверх там трудно. Бейкер, метка на танк. Уважаемый, у нас нет тяжело танков. Что? Пантера, у нас нет тяжелого танка. Я понял. Блять, вот по факту тут чел как будто между нами с респа. Пантера едет на Кирхвик. О, главный! Я так не вижу, но он как будто с нашего лампоста сука бежал. Егеря, вы можете ПТшников, да, вызвать? Нет? Ладно, работаем на дочке. Бля! Работаю по метке, вызываю артиллерию, аккуратно. Пантера едет в тыл. Не-не-не. Эйбл аккуратно к тебе летит. Просто, блядь, чуть-чуть фрикшот не потянул. Ничего. Ничего уже ждал меня. Там два снаряда. Там перед дорогой где-то сидит. Возможно, противник где-то нам в тылу. Бля, гарнизон южный. Разве будет? Проверьте, пожалуйста, каску медицинскую. Хорошо. Гарнизон снимает перед тобой. Боже. Рик, ты сбегаешь или мне сбегаешь? Долго до тебя же. Пазик четвертый мы тоже. Да. Это мавик, скорее всего. Они в двойке бегают. А с юга пехота отделение. Вот здесь, точно, точно. Примерная метка, да, гарнизон. Север заходит и с юга начинает на Кирхвик заходить. Не знаю, нет, авик, скорее всего. Хотя, да, просто авик стоит. Но он знает, где я сейчас, тебе надо там отработать. Я его на прицеле держу, но один чел рядом с ним жив. Смотри, между тобой и авиком где-то чел залег. Авик я держу на прицеле. Там возвышенность, их там не видно. Вражеская пантера приехала на центральный респ. Ну, ПТшника уже у нас нет никого. Библ. Егеря, нужен ПТшник на HQ. Ну, блядь. Авик на HQ? Ну да, пантера на HQ, я же сказал. Слышу технику. Танк. Метка доктора. Тебя еще один придут. В лице у тебя кто-то должен быть. Авика не перенесли. Да, он там сидит на горе и просто долбит. Чё? Бля. Авик. Ну с того направления, я хуй. Я только начал уходить, блять, он по мне попал сразу же.
Слушай, я заспавнюсь на хиле, блять, ну нехуй там. Стачки у танка куда уехал? Не знаю. Северный гарнизон сейчас будет снимать. Там два пехотинца. Принят. Гарнизон в триггере сняли. Ну захватывайте, захватывайтесь. Сядьте там в триггер и не пускайте противника в триггер. Иду, иду. Бомбер в триггер идет. Крюги, у тебя там припасы лежат. Поставь гарнизон. Я ставлю, ставлю. Хорошо. Слышу пулемет с хил. Вы захватите? Метка двух вражеская пантера. Бомбежка. Ямборджини, у вас сзади пантера. У вас сзади пантера, ямборджини. По южным подходам бомба. Давайте, давайте, заходите в триггер. Дать по противнику бомбежку. Метка Бейкер, пантера. Кирхвек. Да, да, танк здесь. Танк здесь. Тут пехоты просто да. Даю бомбежку по южным подходам. Метка Ай, там танк. Даю бомбежку по южным подходам. Танк по дороге поехал к Кирхвеку. Танк в триггере. Кирхвек. Точная метка на танк, Бейкер. На центре 76-й забирайте. Скажи, что я выбил у людей с подножия хила. Уничтожу вражеский гарнизон в триггере. На хиле сняли вражеский гарик. Игорь, а где ваши ПТшники? Я не понимаю. Туда. Почему пантера катается спокойно, как хочет? Где мины? Под... Пробуем. Так надо что было попробовать. Пробуем, нужно делать. Уважаем, мы не успеваем просто. Да ты его не догонишь, наверное. Если только где-нибудь он не тормознется ремонтироваться, но навряд ли он тормознется. Блять, не туда, сори. Пантера поехала обратно на южные подходы. А, ведь спалил разведки. Осталось ее добить. На машине смотрите, которая возле шкью центрального. Танк заминировали. Пантеру. Слава тебе Богу. Командир, есть на луч сверху? Ой, луч. Настёрт? Да. Есть. Гарнизон горит на востоке. Снимают гарнизон. Артарь чисто по мне ебаш. А Джош, предположительно вражеский гарнизон. Туда упали припасы.
Можно смело. Ну, хил вы хорошо заминировали. Центральные дороги слабо заминированы. Вам сейчас опять пантера приедет. Видишь, впереди в лесу пехота была. Осторожно. Нас опять выбили с хилом. Передай Беку, что он не должен. Что? Снайперский отряд пришел. В городке. Меня выбили. Вражеский плацдарм падает. Отбой наш. А танкисты, танкисты справа. Пума. В спине пума. Пиш. Танкисты, слышали про пуму инфу? Отряд Д, прям на мне один пулеметчик сидит, вот прям на мне, хапну. Я с тобой. Слева от тебя, прям на мне пулемет сидит, все, сдохли. Все, отлично. Там мертв. А, в упоре? В упоре тебя убил? Маленькими красивыми шишками туда двигаюсь. На моем теле очень много бежит. Отделение точно. Каску поставил, байкер. Танкист, прям, если можешь, по дороге почекай. Я его и не видел. Не упорю. Выводи. Танк едет, танк.
прижали немножко в упоре. Я полностью завел. Дай пулемет, пожалуйста, мне. Они, кажется, идут оттуда, где у нас раньше вели. Тихо, тихо, тихо. Метка, есть. Айтем, пехота. Бля, я не знаю, на этой точке вообще нереально кого-то в триггере убить, типа со всех сторон медленные, блядь, лес непроглядный. Не, а на хиле вражеский снайпер я себя срам. Я там был, но, блядь, все равно, я говорю, не помогаю. Попробую с этой стороны. Вражеский гарнизон, метка Бейкер снимает. Да, я видел. Гарик. Учитывая, что сейчас нашего старого авика поджимают. Гарнизон снят. Предположительная метка, то ли аванпост, то ли гарнизон. Я бегаю. И, бля, я на близком расстоянии с тем же самым криком играю, никакой разницы. Что, не вкачать? Я с первой сна поглядел. Командир, можно арендовать одну? Один грейхаунд? Я... Да. Ну, короче, не парься, я нормально сделаю. Пулемет я снял. Ну я пытаюсь. Но наших никого нет впереди, я умирать сейчас не буду. На хиле гарнизон уничтожен. Пантера, нет, Фокс. Ты там занял эту возвышенность или нет? Нет, там где. Ёбаный рот! Принято, слышу. Да, за... Как раз откуда шли. Откуда я говорю. Метка Бейкер Пантера. Не хочешь попробовать схилайти, нет? Я знаю, что мне не нравится, когда по мне стреляют сверху. Меня сейчас убили сверху, при этом еще и со спины. Потому что арестуют. Ну, меня... Я говорю, у них где-то в этом районе есть респ. Ну, авик. Точка падает. Ну да. Ну, вот видишь, меня уже убили в спину. Да ладно. Тут посмотри на карту. Рик, смотри, там точка падает. Вижу. По пантере работаем пока. Несусь туда. В тылу у нас очень далеко падает сосиска. Метка Бейкер, пантер. Всем шестой уничтожен. Пантеру напугали, метка Бейкер уехала по главной назад. Там, где был гарнизон снизу, там убили чувака и его снят. Меня сзади откуда-то на точке обороны.
в обороне печально дело. Подъехал луч от армии. Альфа танк. По альфе танк. Впереди. Блять, ровно за деревом стоит. Луч на кирхвеге. Да, люк с полета. Блять. Они с юга уже идут. Север пехота. С тыла. В обороне не справимся. Да, все жестко. Сняли, окружили. Сейчас качало, командир. Редеплой. Да, 76-й уничтожен на РС по точным ударам. Броневик в триггере. Пометки альфа. По-моему, они все редеплоинились вот так моментально. Эйбл, под аванпостом вашим. Сейчас нам все снимут, на все сняли там. Ни одного гарнизона или авика внутри точки не нашел. Снял его просто. Они все здесь, короче, они стояли. Мы сдали нам гарнизонов. Гарнизонов не было. Все, Алис. Thank you.